Привет всем! Перед вами очень-очень хороший участок. Он почти плоский, находится рядом с асфальтовой дорогой. Вон там вот видно, солнце отсвечивает, но должно быть видно, вот дорога асфальтовая, она как раз вот тут по низу проходит. У него неплохой вид на горы, вот они перед вами. И участок правильной прямоугольной формы, почти квадратный, 5 соток, для индивидуального жилого строительства предназначен. Интересно, что близко к центру Хосты, близко к Хочи, близко к Сочи и невысокая цена. Цена в текущий момент, начало марта 2019 года, 1 350 000. Это, наверное, одна из самых низких цен в Хосте в пределах 10 метров, 10 минут езды до моря. Коммуникации, электричество по границе, газ чуть-чуть пониже проходит. Ну и воду делать, естественно, скважину. Скважины тут не очень глубокие, метров 30-35 максимум. Вот, соседские дома достаточно простые, но, в принципе, вот этот район очень хорошо развивается. Вот если посмотреть туда, вот на той вот горочке, строятся достаточно престижные дома, потому что там за этой горой, она вот нам как раз загораживает вид на море, и там более интересные видовые, ну, соответственно, такие участки ценятся дороже, чем просто с видом на горы. Но вы знаете, вот я смотрю на горы, и красиво, красиво. Они сейчас бурые, потому что они еще не зазеленели. Это будет недельки через две. Но когда тут зелень, тут, конечно, шикарно. Тут настолько красивые Кавказские горы. Ну, приезжайте в Сочи, сами увидите. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если вы хотите увидеть все самые интересные, актуальные участки и дома в Сочи, конечно же, звоните и подписывайтесь на канал. Пока!